Сегодня получилось спонтанное видео. Зашел с ребятами поиграть в CSGO. По приколу решили купить кейсы с наклейками. Заранее извиняюсь за звук моего микрофона. Не уследил и записал все в одну дорожку вместе с игрой и дискордом. В видео присутствует мат, поэтому уберите от экранов своих детей. Желаю приятного просмотра. Торговая площадка. Это сколько у тебя на стиме было? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 рублей. Давай ебаш. Да, давай ебаш. Мне даже интересно. Надеюсь. А ты одни что ли тоже купил, блин? Ладно. Нет, разные купил. По-моему. И в основном последние рублей. Дешево. Похуй. Подорожают. Хочу, чтобы золотая ему выпала. Да и тебе тоже. Ну, сейчас еще парочку откроем. Шикарно. Сука, давай, блядь, лютый дроп, я хочу, чтобы ты поорал. Ну, у тебя побольше шансов, чем у меня. У него 14. Ой, у тебя 14, у него 5. Ебать! Нихуя! Братан, я тебя поздравляю, не продавай, мой совет лютый, год-два потерпи. Сколько сейчас, подожди, посмотри сколько. Посмотри сколько, год-два не продавай, Ну да, продать. Год-два не продавай, я тебе отвечаю, через год-два они несколько тысяч будут стоить. Заебись. Ебать, я за тебя так рад, я тебе отвечаю. Поздравляю, блядь, давай еще нахуй. Давай продай кейс. Ебать, золото нахуй, красавчик, блядь. Это еще, знаешь, самое офигенное, это не говно, это нормальная наклейка. Я вам отвечаю из популярных команд. Охренеть, первый раз на моих глазах что-то село выпадает. А у него новая реакция, потому что он даже не... Да, он даже не понимает. О, Наби, Наби. Не продавай год-два, они очень дорогие будут. Блять, золотая пизда. Золотую вообще. Еще одну. Хочу, чтобы тебе еще одну выпил. На это пизда будет сразу. Ебать. Но это больше, чем опыт. Это пиздец. Ну, через год-два это будет больше намного, чем. Ну, блять, там уже сейчас по 1080 продаю. Вот 3 года назад хуйня была. Там тоже золотые были. Уже сейчас по 8-10 продают. Золотые. Ебать, золото. Жалко, что не из кейса ножичек. Я тут охуел. Ну слушай, ты залутал очень дохуя. Больше, чем нужно. Давай, блядь. Давай, блядь. ЖКМ. Последнее. У меня сейчас еще две будут догоночки. Давай, удачи тебе тоже золотую выбить. Ебать. Осмотри ее, мне интересно, просто осмотри ее. Она посередине. Да. Только не наклеивай, нахуй. Блять, не наклеивай. Это вред ебущий. Так, давайте вот. Давай, некер, чтоб тебе. Лучше выпало даже. Да, ну куда лучше, блядь. Так, чё, зашли, нет? Да. А второй? Да. Все зашли. Вот давай, давай, друже, ебош. Да, бля, сейчас хуй нахуй. Сука, она нашлась. Только мы все открывали. А ты их можешь прям в этом открыть. Ты сейчас зайдешь и можешь прям в этом открыть. Да, я могу сейчас. Жми. Сука, тебе выпала золотая. Я завидую просто. Нормально, блин. Да. Обидно мне было потом. Мне пиздец было обидно. При том я открыл кейс, который стоил где-то рублей 170, я потратил еще, блин. 400, считай. Чё, смотрите. Да. Да. Давай нахуй. Давай, по-братски. Гадина. Хотя бы розовые, чтоб окуп.
через годик. Давайте. Пацаны, я вас люблю. Да ну нахуй. Пацаны, блядь, вы реальные везунчики. Я вам отвечаю. Ебать мало нахуй. В смысле мало? Посмотри, переведи. Это 8 на 20 надо умножить. 8,47. Это рублей 250. Стой, а это какая валюта? Польская. Польская валюта. В рубли. В рубли. Златы, по идее. Ну, так это... Да, 200 рублей. Ну слушай, они подорожают. Ну, слушай. По зараноли мы получше выпал, но слушай. Ты точно окупился и через год-два. Я вам завидую, твари. Стой, а это в чате писала? А, нет, да. Написал. Да, это написала. Покажите, у меня просто не до конца прогрузил. Интересно. Покажи вот, в чате. Охуеть, не вставить. Я вам завидую, я вам отвечаю. Мне кто-то впервые как бы что-то стоящее выпало. Ну базара ноль, тут окуп у тебя. Мне 100%. Да через год-два там такой окуп будет. Ну его точно наклеили. Популярно, вот твои я первый раз даже. Не целься, не блан, блядь. Так ладно, через год-два вырубать. Ага. Да, вырубай. Блять, мне интересно реально, сколько через год 2-3 будет стоить. Не смейте реально продавать.